2015 год для Белорусского государственного университета стал годом новых достижений и побед. БГУ второй год подряд входит в топ-500 лучших университетов мира. Университет упрочил свои позиции в мировом рейтинге британского агентства QS, поднявшись на 70 пунктов и разместившись в группе вузов, занимающих 421-430 позицию. По данным мирового вебометрического рейтинга университетов, Белорусский государственный университет занял 609 место среди 22 тысяч вузов и вошел в тройку лучших университетов СНГ. Среди белорусских вузов БГУ стабильно сохраняет первенство. БГУ стал единственным отечественным вузом, который за всю 12-летнюю историю рейтинга Times Higher Education вошел в число ранжируемых университетов, расположившись в группе вузов с 601 по 800 позицию. Мы поздравляем БГУ и желаем только укреплять свои позиции. Существенен вклад ректора БГУ в достижения университета. Ректор БГУ Сергей Обломейко избран вице-президентом Евразийской ассоциации университетов. Выборы состоялись на 8-м съезде Евразийской ассоциации университетов. Также Сергей Владимирович избран иностранным членом-академиком Российской академии естественных наук по отделению математики и математическая физика. Ректор БГУ академик Сергей Обломейко награжден ведомственной наградой Федерального космического агентства России «Знак Королева» и удостоен ордена имени Циолковского Федерации космонавтики России. В большой семье БГУ пополнение. С 1 сентября Международный государственный экологический институт имени Сахарова включен в состав комплекса БГУ как самостоятельное подразделение. В 2015 году факультету международных отношений исполнилось 20 лет. 90-летний юбилей отпраздновал юридический факультет. 5 лет исполнилось Совету землячеств БГУ. Ведущий научный сотрудник Института прикладных физических проблем имени Севченко Михаил Ксенофонтов получил звание заслуженного деятеля науки Республики Беларусь. Медалью за трудовые заслуги награжден заведующий кафедрой информационных систем управления Виктор Краснопрошин. Также медалью за трудовые заслуги награжден директор Института прикладных физических проблем имени Севченко БГУ Петр Кучинский. Благодарности президента Республики Беларусь удостоен проректор по административно-хозяйственной работе Владимир Роговицкий. Почетной грамотой Совета министров Республики Беларусь награжден Владимир Барышевский. Почетными грамотами Национального собрания Республики Беларусь награждены профессора Татьяна Волонец и Тамара Макарова. Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь награжден проректор по экономике и инновациям БГУ Владимир Понарядов. Этой наградой он удостоен за большой вклад в реализацию социальной и экономической политики Республики Беларусь. В текущем году в БГУ на руководящие должности назначены председатель Президиума профессорского собрания БГУ Анатолий Зеленков, директор информационного пункта Совета Европы города Минска Лариса Лукина, директор фундаментальной библиотеки БГУ Владимир Кулаженко, директор Международного государственного экологического института имени Сахарова назначен Сергей Маскевич. Председателем Союза женщин БГУ избрана Ирина Казакова. Первым проректором БГУ был назначен Олег Ивашкевич. В этом году Беларусь и БГУ посетил президент Республики Индия Пранаб Мукерджи. Президенту Индии было присвоено звание «Почетный профессор БГУ». Также состоялось открытие бюста Махатмы Ганди во внутреннем дворике университетского кампуса. Скульптура дает начало галерее БГУ, которая будет посвящена известным деятелям, внесшим вклад в развитие мировой политики и науки. БГУ посетил премьер-министр Исламской Республики Пакистан Наваз Шариф. Гостю было также присвоено звание «Почетного профессора БГУ». Кроме того, в этом году БГУ посетили председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович, а также патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Изяславский Павел. 12 педагогических и научных работников БГУ получили премии президента Республики Беларусь за особый вклад в развитие способностей одаренных учащихся и студентов по итогам 2013-2014 учебного года. Сотрудники БГУ стали победителями республиканского конкурса Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь на лучшую докторскую и кандидатскую диссертацию 2014 года. В номинации «Гуманитарные науки» победу одержала преподаватель кафедры истории белорусского языка филологического факультета БГУ Елена Ленкевич. В номинации «Естественные науки» – старший научный сотрудник кафедры биофизики физического факультета Иван Хлудеев. 5 молодых ученых БГУ были удостоены стипендии на 2015 год президента Республики Беларусь. Стипендиатами стали перспективные исследователи, добившиеся существенных научных и практических результатов. Ученые БГУ удостоились высоких наград ко Дню белорусской науки. Исследователи БГУ получили почетные грамоты, благодарности и дипломы лауреатов министерств и ведомств Республики Беларусь. Академик Олег Ивашкевич стал почетным профессором Далянского политехнического университета, Китай.
Звание присвоено за вклад в развитие научно-технического сотрудничества между Белоруссией и КНР. Профессор кафедры теоретического и славянского языкознания филологического факультета БГУ Борис Норман стал почетным доктором Пловдивского университета, Болгария, за личный вклад в развитие болгаристики. В НИИ ФХП БГУ разработана съедобная обертка для конфет. Это биоразлагаемые пленки, которые сохраняют вкус, аромат, эстетический внешний вид продуктов. Данное новшество способно сделать новый поворот в пищевой промышленности. Подписано соглашение о выпуске первой партии электронных удостоверений сотрудника БГУ, которые представляют собой многофункциональное идентификационное устройство, снабженное цифровой подписью для электронного документа оборота. Также данное устройство является международной платежной картой MasterCard. В БГУ разработан программный пакет Cell Data Miner для анализа изображений раковых клеток и усовершенствования проведения клинических исследований. Разработка позволяет исследовать стадии развития онкологического заболевания. Победителями конкурса на соискание премии имени Севченко в 2015 году стали профессор Виктор Онищик, доцент Андрей Бенедиктович, профессор Илья Ферранчук, доцент Николай Черенда, а победителем конкурса на соискание премии имени Пичеты назван профессор Олег Слука. Среди молодых ученых победителями конкурса на соискание премии имени Севченко стала группа научных сотрудников НИИ ФХП, доцент Ирина Василенко, Дмитрий Шиман и Юлия Пескун. Также среди молодых ученых победителями конкурса на соискание премии имени Пичеты названы Ольга Малашенкова и Андрей Лукашевич. Разработки БГУ награждены 11 золотыми медалями, 6 серебряными медалями, 3 дипломами на Петербургской технической ярмарке в конкурсе «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года», где было представлено 185 проектов. Старший преподаватель кафедры русского языка филологического факультета БГУ Гордей Хомич стал победителем 3-го международного конкурса «Лучший учитель русской словесности зарубежья». На УП «Унитехпром» БГУ создано новое технологичное производство фармацевтических субстанций и лекарственных средств. В этом году в БГУ был разработан фирменный стиль университета. Сайт «Абитуриент БГУ» стал победителем интернет-премии «ТИБО-2015» в номинации «Образование и наука». Также в БГУ был запущен электронный гид первокурсника. В 2015 году научно-техническая продукция БГУ была представлена на различных международных выставках в Беларуси и за рубежом, в таких странах как Китай, ОАЭ, ЮАР, Болгария, Германия, Индонезия, Камбоджа, Туркменистан, Россия, Азербайджан, Италия, Индия, Корея. В БГУ состоялась выставка научно-технической продукции в рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина в Беларусь. Делегация БГУ приняла участие в работе национальной выставки белорусских производителей на 2-м форуме регионов Беларуси и России в Сочи, а также во всемирной выставке «Экспо-2015» в Милане. Кроме того, в БГУ состоялись выставка «Моя родима Беларусь. Университет у контексте досягненняў», «Женщины БГУ», «Иранская научно-культурная выставка», а также прошла выставка работ белорусского художника Геннадия Сухомлинова «Свет любви твоей», приуроченная ко Дню Матери. В этом году минералогическая выставка-ярмарка «Каменная сказка» возобновила свою экспозиционную деятельность в Белорусском государственном университете. В 2015 году состоялся первый выпуск англоязычной магистратуры по специальности «Международные отношения» на ФМО. Также в этом году впервые состоялась Международная летняя школа белорусистики, где более 70 участников из 9 стран мира обсудили языковое и культурное наследие Беларуси. Открылась программа повышения квалификации «Организация обучения и научных исследований» для руководителей Чжэньцзянского Шужен университета. Стоит отметить, что в 2015 году увеличилось качество подготовки абитуриентов БГУ. 68% зачисленных по общему конкурсу на дневную бюджетную форму обучения составили абитуриенты с суммарным баллом сертификатов по ЦТ 300 баллов и выше. Команда студентов факультета прикладной математики и информатики заняла 15 место среди 128 команд со всего мира в чемпионате по программированию в Марокко. 11-классники лицея БГУ завоевали серебряную и 2 бронзовых медали на 46-й международной физической олимпиаде в Индии. В 2014-2015 учебном году учащиеся лицея БГУ приняли участие в 15 международных олимпиадах, конференциях и турнирах. Было завоевано 6 золотых, 9 серебряных, 13 бронзовых медалей. Учащиеся лицея БГУ награждены 69 дипломами заключительного этапа Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам. А по итогам централизованного тестирования лицей БГУ 5-й год подряд стал лучшим учебным заведением в стране. В этом году сотрудники и докторанты БГУ защитили 5 докторских диссертаций. Докторские диссертации защитили Игорь Грунтов, Татьяна Рамза, Ольга Просколович, Ольга Келлер и Сергей Шербаков.
который защитил докторскую диссертацию в 34 года. Также состоялась защита 44 кандидатских диссертаций, в том числе 4 аспиранта защитили диссертацию до окончания срока обучения. Так, младший научный сотрудник НИЛ научного приборостроения физического факультета Алексей Голованов защитил диссертацию на втором году обучения в аспирантуре. В 2015 году БГУ подписал соглашение о сотрудничестве с Уральским федеральным университетом имени первого президента России Бориса Ельцина, Пекинским университетом технологий и бизнеса, Университетом Business Academy Сербия, Санкт-Петербургским гуманитарным университетом профсоюзов, а также Академией управления при президенте Республики Беларусь. Подписан договор о совместной подготовке специалистов в области информационных технологий между БГУ и Таджикским национальным университетом. Состоялось первое заседание Белорусско-Польской исторической комиссии на базе ФМО БГУ. В этом году БГУ посетила делегация Национального совета Словацкой Республики. Состоялись визиты исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН Кристиан Фриз Баха, посла Японии в Республике Беларусь Мемори Сигихира. Уже традиционным для БГУ стало проведение масштабного события для абитуриентов – фестиваля факультетов БГУ. 2015 год – год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках которого в БГУ прошла серия мероприятий. Акция «Открытка ветерану», патриотическая акция «Мы – наследники Победы», 29 июня отмечался День памяти студентов, преподавателей и сотрудников БГУ, погибших во время Великой Отечественной войны. В Международный день семьи в БГУ состоялся праздник «Моя семья в годы войны». Хорошей традицией становится проведение ярмарки вакансий «День карьеры БГУ. Весна и осень 2015». В этом году в БГУ впервые был организован фестиваль активного образа жизни BSU Fest 2015. А в Международный день студента состоялась акция «Растопим лед вместе». В серии акций отмечен в БГУ День матери. В 2015 году БГУ впервые массово отпраздновал Масленицу. Также состоялись фестиваль «Навруз Байрам», первый фестиваль интеллектуальных игр «Студенческие игры БГУ-2015». Общежития студенческого городка БГУ заняли призовые места в районных смотрах-конкурсах на лучшее общежитие. Международный фестиваль студенческих хоров «Папороть-кветка БДУ», шоу-конкурс «Мисс БГУ», конкурс «Мистер Интернешнл БГУ». Прошел концерт фестиваля эстрады. Масштабно и ярко прогремел праздник первокурсников «Виват студент БГУ» 1 сентября. Прошел гала-концерт 12-го открытого молодежного музыкального фестиваля «Такие пряники». Международный фестиваль студенческих и молодежных театров «Театральный куфор БДУ». А также состоялись игры открытой лиги КВН БГУ. Специальным дипломом на Республиканском фестивале творчества иностранных студентов FestArt.by награжден коллектив студенческого городка за Межвузовский фестиваль национальных культур. В БГУ открылось первое кафе сети быстрого питания «Гаудаамус». Спортивная жизнь БГУ началась в январе 2015 года, зимней спартакиады здоровья, в которой приняли участие свыше 200 сотрудников БГУ. На первых европейских играх в Баку представители юридического факультета Виктор Сосуновский и Иосиф Чугашвили завоевали две бронзовые медали по греко-римской борьбе, а студентка Елена Амилюсик завоевала золотую медаль по велоспорту. Сборные команды БГУ заняли первые места на республиканских универсиадах по карате, гиревому спорту, футзалу, среди женских команд и дзюдо. На 28-й Всемирной летней универсиаде в Южной Корее Евгений Цуркин завоевал золото, серебро и бронзу в различных видах плавания. Кроме того, в этом году Евгений установил 4 национальных рекорда на чемпионате Беларуси по плаванию. Игорь Боки завоевал 4 золотые медали на мировом чемпионате по плаванию среди инвалидов в Глазго. Также Виктор Сосуновский завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе в США. Елена Амилюсик завоевала золотую медаль в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту. А студентка ГИУСТ Екатерина Петровская завоевала золотую медаль в командном преследовании на чемпионате Европы по велоспорту на треке в Греции. Рост показателей деятельности университета – это вклад каждого студента и сотрудника БГУ. Университет поздравляет всех с новым 2016 годом. Пусть будущий год станет еще более ярким и богатым на успешные события и достижения. С новым 2016 годом!